привет! В новом дне. У нас сегодня суббота. Я даже не помню, какое сегодня число. Что-то там в районе 10-х чисел. А, 11-е. Вчера же зарплата пришла. Автомобиль прибыл. Прибыл? Да. Так может краба подождем здесь, ну, нет? Да, так он едет, надо же писать. Ладно. В общем-то, мы сейчас едем в торговый центр. Едем в такой торговый типа городочек. Что? Куда он стал? Я не знаю, где он стал. Ну, должен там стать. Вернемся к теме. Едем в торговый городочек, аутлеты. Там, короче, очень много магазинов с одеждой, не одеждой, ну, короче, не суть. И они сделаны в виде такой деревушки. Мы там еще ни разу не были, хотим поехать проверить и посмотреть вообще, что там находится, купить, может, каких-нибудь вещей, потому что мне нужно срочно купить какие-нибудь штаники, и мне нужно купить еще какое-нибудь платьице. Не знаю, получится это или нет, а еще мы не завтракали и хотим позавтракать там, может, в какой кафешке. Сейчас ждем краба, он должен прийти, и мы уедем. Где наше такси? Ну, оно не здесь. Ну что ж, лягушки-путешественницы приехали. Выглядит это как-то вот так, кстати, прикольно. Видно, что это как бы фасады такие сделаны просто, как городочки. Сейчас будем заходить внутрь туда, вход. Посмотрим, как изнутри это там выглядит. Там еще торговый центр, где много всяких обычных магазинов. Да, да, там на другой стороне торговый центр, за этим комплексом тоже Оби, по-моему, магазин. Так, ну что ж, зайдем. Мы здесь впервые. Посмотрим. Ну, изнутри, как бы, это... Нам видите, надо сначала покушать, вы помните? Да, да, надо покушать. И оно, смотрите, оно под крышей, очень, да? Очень, но сделано как будто вот домик. Прикольно, прикольно. Я думала, что это будет под открытым небом, что это будет отдельное типа здание. Так, тут Nike, Toshiba. Вот, там где-то да, должны да. быть кафешки. Ну, кстати, если честно, выглядит прикольно. Я еще в подобном месте таком не была. Как бы как торговый центр, но оформлено интересно. У меня к вам вопрос. Где еда? Я хочу есть. Нет. Но на фотках была, может, мы еще не дошли. Потому что мы уже, наверное, половину обошли, хотя там конца и края не видно вот этого комплекса. Ищем пока еду. Кстати, вот, походу, здесь фудкорт. Я вот, кстати, думала, может, салатик такой, блин. Пододвинься чуть, то, скорее всего, отсвечивает. Бургеры. Я бы, может, салат себе взяла. Потом... Или меню для детей. Нет, для детей я не хочу. Тут еще всякие на сладенькое. Ту-ту-ту. Ну, я, наверное, салаты. Что из салатов есть? Что ты нажала? Я же салаты выбрала. А, странно. Ну, в общем, ладно. Ну, о, вот, вот салаты. С кока-колой. Короче, с мясом что-то там. Короче, сейчас будем выбирать. А ты хочешь бургер именно? Я сейчас посмотрю, я не знаю. Я посмотрю, что есть. Может быть, бургер. Окей. Так, принесли нам легенький завтрак разминочный. У Кристины такой салат. Мне кажется, вкусненький. Сейчас попробуем. У краба бургер обычный. Кстати, булка выглядит мягкой. У меня картошка, тоже бургер. И луковые колечки. Я в последнее время что-то на них очень сильно подсел. Давайте посмотрим на бургер, что там есть. Помочь тебе? Да, помогите, пожалуйста. Очень интересные пачки открываются. Вообще не понимаю. Так, ну не видно ничего отсюда. Ну, обычный бургер, да. Ой, сейчас будем пробовать. Может, не надо? Ну ладно. Да. И очень все. Интересные картошечки. Очень интересные, обычные. Вкусно? Ну да. Топленый сыр. Мы сейчас находимся в магазине Мустанг. Видно, да? Выбираем вещи. Короче, мы в этом аутлете, и здесь скидки есть. Ну что ты смотришь? Ну да, я в трусах. И прикол в том, что мы сейчас насобирали вроде как три вещи. Тут еще помимо акций действует 20% скидки на три какие-то штуки, не включая обувь, нижнее белье и носочки, еще 20% сверху. Поэтому можно сказать, берешь три вещи, и одна из них почти в подарок. Ну, маечка бесплатная, да, можно сказать. Вот, короче, вот такую маечку, я думаю, взять, потому скидки что... Скидки в среднем такие неплохие, по 20-30%, но на вещи... Типа как летние, которые сейчас сезон, вот на них скидки по 20-30%. Ну, типа не очень большие, но нормальные. А на вещи не сезонные, зимние, очень вообще большие. Скидки там просто по, не знаю, вот условно были скидки по 700 злотых по 100, мы видели. Ну, дальше, я думаю, вам покажем. Да, еще я мерила вот такую вот майку.
Но она что-то оказалась вообще очень плохо. Она когда просто висит на вешалке, она выглядит симпотнее. А так не очень. Вот зашли в обувной магазинчик, ларёчек, тут разные бренды. И вот, например, Armani, обувь, кеды или что-то, кроссовки, не знаю. Вот, для примера покажу скидки 729 злотых, 399, почти 50%, 40. Но это вообще далеко не максимум, еще дальше будем идти, вам покажу. Ну вот, на такие обычные кроссовки не сильно большая скидка. Хотя тоже неплохая, с 279 на 189 и на 149 сейчас. Ну как бы Big Star такой, не сильно интересный бренд, как по мне. Так, карабинатор себе нашел в Ансе, он тут ходил, искал. Вот такие вот, вроде классические, но не совсем. Тоже бело-черные. Вот цена примерно 30% скидка, 33%. Короче, прям нормально. Мы посмотрели по интернету, реально дешевле нигде вот такой модели нету. То есть хорошая цена. И я еще, держи. Посмотрел себе Nike Air Max, я вот именно хотел. И тоже неплохая скидка с 500 до 319. В интернете я прогуглил самое дешевое, что нашел, это за 400. То есть эти 319, это тоже, ну, самая дешевая цена на такую модель. Но мы, я вот хочу их взять, но мы решили зайти еще, тут есть именно найковский магазин, ну типа полностью Nike, а это Sizer, тут типа разные бренды. Зайти в нем посмотреть, если ничего посимпатичнее не найдется, тогда прийти и взять вот эти. Но мне они понравились. Вроде черно-белые, но что-то в них есть, не знаю. У нас мороженая пауза. Кристина взяла себе целых два мороженых. Я одно взял мороженое из... я забыл. А одно манго, вот это манго, снизу манго, а сверху лимон. Кристина взяла с... Я уже тоже забыла. Шоколадный, шоколадный пирог с вишней, это вот это вот нижнее, только там шоколадом типа посыпано, а верхнее это пистации, как они там, да. Фисташки. Фисташки и что-то там еще. Пломбир, наверное. А вот это краб. А вот это манго крабу. Да. Ему много нельзя. Находимся мы с вами в примерочной. Я меряю вот такое вот платье. Никита пошел взять размер поменьше. Это S-ка. Но мне кажется, что она чуть-чуть небольшовата, потому что сзади вот такая вот открытая как бы спина. Немножко, да? Вот, и мне кажется, что она немножко, ну, такое свободное. Мне кажется, она должна быть чуть-чуть чик, тут и тут. Поэтому Никита пошел смотреть, или есть XS-ка. Вообще платье такое интересное. У меня подобных не было, с такими как фонариками. Можно взять какое-нибудь такое платьечко. Оно недорогое. Мы зашли в магазин. Я, честно говоря, даже не знаю, как он называется. Короче, вот. Медисин. Как-то так. Тут очень какие-то дешевые вещи. Вот смотрите, допустим, джинсы, которые я хочу померить, на них скидка 36%. Да. Нет, то есть только M-ки, L-ки, еще одна S-ка. А это не сильно? Блин, я переживаю, что она мне большеватая. А если я еще сейчас... если я сейчас схудну, то оно вообще станет. Ну, вроде как бы Италия видна, да? Тебе нравится? Да, ничего такого. Может взять? А сколько она стоит? Хорошо? 89, может быть. А сколько на него скидка? 36%. Ну, тут на все, походу, 36%. Тут еще, короче, вещи, это краба. Он тут мерил, мы с ним меняемся примерочными, потому что очень много людей в этом магазине. Короче, ладно, возможно, я это платье возьму. Сейчас буду мерить вот такие джинсики. Сейчас покажу. Так. Оп. Вот такие рваные. В оправдании этих джинсов, что могу сказать, потому что обычных у меня несколько штук. Просто джинсов. Хочется что-то интересное. Поэтому сейчас будем мерить, посмотрим. Может, мне что-то подойдет, может, возьму, а может и нет. Потому что у меня сегодня какой-то неудачный шопинг, я себе почти ничего не купила. Наши покупочки стоят, краба покупочки лежат. Меряем в Nike. Nike. Вот у краба вот такие вот Adidas он уже купил. И он сейчас хочет еще взять вот такие подобные только Nike. А Никита вот такие хочет взять. Блин, не знаю, мне внешне Джонтоны. Очень нравится сверху они. Ну, они выглядят интересно. Ну, потому что они очень похожи. Да, очень похожи. Я думал, что эти более белые, но они типа такая тоже. Ну, вот, пришли, короче, в Nike, смотрим, выбираем. Сейчас Никита померяет. На них нету скидки, да? Есть, с 599. А, нормально. А сколько это выходит? 150 злотых, да, где-то скидка? С 599 до 350. Это 250 злотых скидка. Ну, 250. Ну, и встань сейчас, посмотрим, как они сейчас я хочу в них походить. Блин, ну тоже намного мягче, чем Converse. Ну, конечно, любые кроссовки мягче, чем Converse. Никита сидит в пакетах.
Начало байки. Накупили. Мы вам обещали показать куртки по 100 злотых, но мы в итоге в этот магазин больше не зашли. Поэтому просто поверьте, там были скидки 90%, я не вру. Да, был. Не, реально, на зимние вещи там были скидки по 90%. То есть реально, сюда можно приезжать, покупать летом зимние вещи, и надо будет проверить, приехать зимой и посмотреть на летние вещи. Потому что, ну, действительно, очень крутые скидки на вещи, ну, которые сейчас никто не покупает. Да, и сколько мы здесь находились часов? Очень много. Да, часов 5. Я так устала. 8, 6. И вроде выглядит комплекс-то небольшим, тык-тык-тык-тык-тыки туда. Но ну, как будто бесконечно, мы все шли по нему и шли, у меня уже ноги устали. А еще меня так бесило, что мне ничего не подходит, ничего не нравится. Ну ладно, купили что-то. Хоть что-то. Ждем сейчас такси. Начал какой-то дождик капать, противный такой, еле-еле. Вот. Поедем домой, оставим шмотки, еще пойдем в наш торговый центр, который возле дома. Мало-мало, купили, мало-мало. Надо больше, больше, больше. Да, больше. Да, пойдем еще там посмотрим. Может, маечки какие. Вот, посмотрим. И, в принципе, наверное, все. Мы не хотели на целый день ехать, мы не хотели целый день тратить, буквально там 2 часика и домой. В итоге целый день потратили, сейчас уже сколько? Больше 5, наверное, даже больше 6. Мы уже успели съездить домой, сейчас опять вышли, идем в торговый центр, чтобы купить какую-нибудь газировочку, короче, еще зайти в H&M. У нас сегодня пьянка намечается, да, мальчики? Как говорится, в последний путь, потому что мы с Никитой с понедельника решили делать себе диету. Мы не будем целую неделю... Чего там ржать? Мы не будем целую неделю... Целый месяц не будем есть ни хлеб, ни сладкое, ни газировки. Да, у Коси... У Кости на день рождения это будет в Йонтек, понимаешь, в нашей диете. Так вот, мы не будем есть ни хлеб, ни сладкое, ни алкоголь, ни чипсы, ни вот эту всю всякую дрянь. Будем чистить организм. Что ты, колобок? Будем худеть? Да. Потому что мы решили схуднуть. И чтобы начать в зал ходить, было бы вообще прекрасно, но... Надо начинать потихонечку, надо попробовать начать худеть, может нам понравится, и тогда мы пойдем дальше. А если не понравится, ну то я считаю, если не нравится, то не надо. Вот такой комбинезончик, ничего такой. Только надо твой лифчик спрятать. Его, наверное, надо безлифчиком носить. Да. Ну вообще ничего, так нормально. Я думаю, может размер побольше. Не, нормально, хорош. Мне кажется, и не надо будет. Да? Чтобы он не был прям мешковатый, а то этот прям так. Это S-ка. Ну, как бы мой размер, но мне кажется, немножко маловато. Что-то типа интересно, да, смотрится? Ну да, но ничего так. Штанишки. Ты думаешь, брать или не брать? Да, бери. Желтый. У меня, кстати, желтого, наверное, ничего нет еще. Mm. Такое, когда прям сильная жара. Из-за того, что оно такое мешковатое, в нем не должно быть жарко, наверное. Руки открытые. Наверное, возьму. Блин, оно мне нравится. Даже больше нравится, чем мне нравится. Принесешь мне размер побольше? Давай. Доброе утро, ребята. Мы в новом дне. Сегодня воскресенье. Вчера очень хорошо мы посидели. Так хорошо посидели, что я в спортзал решила не идти, что мне... Короче, плохо. Да. Никите, а они знают, что ты обещала в спортзал идти? Я не знаю, я вчера, короче, крабы наобещала, что я пойду в спортзал, чтобы он меня там гонял, чтобы мне в понедельник вообще все болело. А сегодня я проснулась, смотрю, он ничего не пишет про спортзал, думаю, ну я напоминать не буду, потому что я очень сильно не хочу туда идти. Хочу показать покупки, которые мы вчера совершили. Часть вы видели, часть не видели, поэтому покажу. И покажу, какие скидки, потому что у нас чеки сохранились. Вот, первое это магазин Mustang. Там мы купили 2 маечки. Одна вот такая. Это Никитина будет маечка. Которую будет Кристина носить тоже, скорее всего. Скорее всего, ну да, так всегда и есть. И вторая вот такая вот моя маечка, просто с логотипом Mustang. Вот, размер M взяла, чтобы она была более такая свободная, потому что S, она такая более приталенная, я не очень люблю летом, особенно, чтобы так посвободнее было. И насчет чека. Короче, в этом магазине была скидка, что если ты берешь 3 вещи, то у тебя, по-моему, 20%, да, еще да, дополнительно. Дополнительно, помимо того, что и так, смотрите, моя майка
стоила изначально 71 злотый, цена в итоге на кассе 49, и плюс еще 20% к этому скидка. То есть вообще по фигне это все повыходило. Вот, за две майки мы заплатили с Никитой 86 злотых. Правильно? Угу. 600 к крабу заплатили, да. Мы с крабом брали вместе, потому что у него третья вещь шорты были, чтобы, естественно, скидку словить. Так. Следующий магазин, ладно, тут стоит Nike. В Nike мы вам показывали, это наша самая дорогая покупка и с самой большой скидкой. Это для Никиты кроссовочки. Вот такие прекрасные. О, они тут такие... Джорданы. Да, Джорданы, коллаборация, да? Это с Джорданом? Ну, не знаю, или это считается коллаборацией, у них на постоянной основе этот Nike Jordan. И так неинтересно, здесь оно такое, как сетка. Да. У меня есть оранжевого вот такого вот цвета майка, но какая-то полумайка-полукофта такая большая, длинная. И под нее они очень хорошо должны смотреться, может быть, потом покажем. Угу. Сейчас скажу. А, мы, по-моему, говорили, да, что очень хорошая скидка. Да, скидка где-то 60 евро на них была. Угу. Мы заплатили за них 370 злотых. А тут я не знаю, где это пишется. Изначально в интернете писалось, что 500 они... 599 они вот, в интернете. Вот, 529.99. 530 ну, на 370. Да. Вот, можете посчитать. Нет, получается тогда меньше скидка. Если с 530 до 370, то где-то 170 злотых. Ну, где-то 40 евро скидку. Ну, тоже нормальная такая скидка. Просто если потом сложить все-все-все то, что мы взяли, и вот эту скидку сложить, то это нормальная такая приличная сумма. Я вчера вроде говорил, но это реально такие скидки, потому что вот эти кроссовки, я думаю, сами сможете пробить модели и посмотреть, они реально в интернете стоят везде дороже. То есть это не так, что там написали абы какую цену, зачеркнули и написали там стандартную цену. Нет, там действительно дешевле. Да, Никита постоянно проверяет, чтобы... Ну, потому что я все время думаю, что это дурилки, а оказалось нет. Следующий магазин вот этот VR Medicine, не VR знаю. Medicine какой-то. Какой-то такой. Там мы взяли Никите вот такие джинсовые шорты. Просто потому что очень дешевые они были. $10, скидка 71%. Не знаю, ли они действительно стоили 139, но ну, даже просто за эту цену 40 злотых джинсовые шорты пускай будут нормальная тема. Да. Взяли мне вот такие джинсы дырявые. У меня таких нет, у меня есть обычные, поэтому что-то будет интересно. На мне, в принципе, красиво сидят такой фасончик, он такой немножечко свободный. И здесь скидка, где? Ценника нету. Короче, ладно, потом посмотрим. Также в этом магазине мы взяли Никите маечку такую цветастую с каким-то страшным мужичком. Да, тут принт, ну, мне очень понравилось то, что принт по всей майке, не просто какой-то квадратик тут нарисован, а прям, ну, полностью, то есть со всех сторон, все рукава по бокам полностью все запринтовано, и стоила она недорого, по-моему, тоже 40 злотых, да, 10 вот. долларов, 43% даже меньше, 8 наверное. Евро получается. И вот это вот фиолетовое платье, что я показывала, когда мерила, я его решила взять, мне понравилось, классное платьечко, и оно у нас... 36% скидки с 140 злотых на 89.90. Вот. Сейчас посмотрим, сколько на джинсы. Если тут есть... нету такого. Просто цены и какие-то... дополнительно, кстати, на каждую вторую вещь в этом магазине давали скидку, помнишь? 10%, по-моему, еще сверху такой, что-то такое. Да, немножечко еще. То есть, условно, вот там, по-моему, вам показывали шорты 40 злотых, майка 40 злотых, то есть, ну, по факту там меньше вышло, то есть где-то по 30, там, 5, наверное, что-то такое. Угу. По чуть-чуть еще на каждую вещь там была скидка за то, что мы взяли 4 штуки. Следующий магазин, это какой-то вот такой магазин. United названием. Colors of Benetton. Краб сказал, что такое знает, но я не знал. Я тоже не знаю такую фирму. Там мы взяли Никите просто одну кофточку, она такая очень легенькая. Как свитерок, но на самом деле... Да, но она вот, такая дырявая, летом на работу в ней можно ходить. То есть как бы и не в майке, и не жарко. Да, и скидка со 199 злотых на 139. Ну да, такая нормальная. Нормальная, 60 злотых. Скидочка. Потом ради интереса я села посчитать, сколько у нас вышло. Типа скидка. В итоге, сколько мы сэкономили. Потому что это реально очень классные цены. Так, дальше у нас идет резервер. Это уже было не в аутлете, а у нас тут в торговом центре. Я показывала, взяла этот комбинезон.
желтый. Взяла размер S, потому что померила M, он мне немножко был великоват все-таки. Взяла, короче, вот эту S-ку. И последний магазин, это Diverse. Там мы взяли только одни шорты кораллового цвета Никите. И все. А тут скидка была? Да, была со 159,99 до 79. Да, тоже короче, неплохая цена. 160 и 80. 50% скидка получается. Угу. Тоже вот такие прекрасные качества, хорошие. Еще и ремешок. Вот, в принципе, по-моему, все, да? Больше ничего не брали. Вот, такая у нас получилась закупка. Из-за того, что мы вчера потратили целый день на наши шопинги, вот эти поездки, у меня на сегодня скопилось очень много дел. Мне сегодня нужно еще и стирку закинуть. И вот сейчас пакеты разобрать. Приехал курьер, привез продукты. Кстати, очень прикольно, то, что в воскресенье магазины все закрыты. И вчера из-за вот этих наших поездок, ну, я просто не успела ни закупиться, ни заказать, ничего. И я сегодня думала, что же мы будем есть? Как же мы будем питаться без продуктов? И ради интереса просто зашла на сайт посмотреть. Или можно заказать доставку из Бедронки. И что вы думаете, в воскресенье все магазины закрыты, а доставку заказать можно, скорее всего, с какого-то склада везут. Без понятия, вот. Привезли нам 3 пакета. Сейчас будем разбирать. Тут у нас что? Только картошка. Очень, кстати, удобно пользоваться такой доставкой, когда надо очень много всего купить. Вот, например, тут 4 килограмма картошки надо будет сейчас убрать. Здесь у нас чай, помидорчики, яблочки, гречка и что-то еще. А, лук. Лук. А я морковку еще заказывала. А, и морковка там есть. Оп, вот. Морковка тоже надо будет разобрать. И вот здесь у нас вот такой термопакет, в котором у нас находится мясо. 2 вот такие пачки. Это филе с бедра. Потом салями. 2 пачки сливок. 2 пачки молока. И 2 вот такие вот штучки. Типа зернистый творог вместе с вареньем. И все, в принципе, нам этого должно хватить. Я сегодня хочу приготовить вот это мясо, что я заказала. Мы вчера еще купили очень интересный соус. И я хочу попробовать сделать что-то такое интересное. А где грибы? Вот я только что подумала, а где грибы? Мне еще должны были грибы доставить. По чеку. По чеку тоже нет. Походу не было грибов. Прикол в том, что если я заказываю какие-то продукты, их нет, у меня оплату за них не списывает. Ну, если в чеке нет, значит не было тех грибов, которые я заказала. Ну ладно, ничего, сейчас буду разбирать пакеты. Надо на кухне прибрать, надо стирку разобрать, надо новую загрузить, повесить и заняться маникюром. Я, по-моему, вчера говорила, а может и не говорила, что заказала себе много всяких штучек для маникюра. Вот, это моя такая полочка. Вот эти вот блесточки и вот такая вот ленточка, это в подарок шло. Белый лак и черный лак для стемпинга, сам стемпинг. Потом просто из лаков я заказала вот такие вот цвета. Фиолетовый, желтый и зеленый. Такие светленькие. И вот для стемпинга вот такие пластины. Разные с листочками. Здесь у нас всякими зверюшками, тут медуза, вот меня медуза очень привлекает. В общем, всякие зверюшки есть, и вот такие вот как бы лица, и очень много вот таких вот разных наклеек, по-моему, очень даже красивые. Все свои планы на сегодня я сделала, хотя не все. Я еще планировала сегодня снять наши белые шторы и повесить сюда желтые, но их надо сначала поутюжить. Сделаю это, наверное, завтра, уже мне это не хочется делать. Покажу вам ногти, которые я сделала. Вот, вот так вот они выглядят.
Я их делала сама, заказала себе стемпинг, новые лаки, и, в общем, это моя первая такая проба стемпингом что-то делать. Вот, вроде как получилось неплохо. Вот. Мне очень нравится такое, очень по-летнему, такие светленькие оттеночки. Вот, Никита смотрит презентацию, я вышла сюда на балкончик посмотреть вообще, что с погодой, потому что у нас сегодня то пасмурно, то солнце, пока что пасмурно. Надо посмотреть, что будет у нас завтра, чтобы распланировать, в чем идти на работу. Никита смотрит, я сказала, да, презентацию, я вышла, чтобы ему не мешать, чтобы он мне не мешал тут разговаривать. Вот, думаю идти монтировать влог. Потому что материала, в принципе, много, и время еще пока что есть, может, я успею его за сегодня смонтировать, то будет вообще прекрасно. И чтобы просто так время не тратить, не сидеть в телефоне, не играть в какие-то там игрушки, лучше заняться полезным делом. Так что всем спасибо за просмотр, спасибо, что были с нами в эти два дня, и всем до следующего влога, всем пока!